полусредний вес. 4 раунда. Судьи второго боя. Андрей Соловьев, Ростов-на-Дону. Ирена Костенко, Гамбург, Германия. Ирак и Малозония, Краснодар. Рефери Светлана Маркина, Саратов. Уважаемые дамы и господа, встречайте «Синий угол». Добро пожаловать, боец из Узбекистана, Шахсон Эргашев. Добро пожаловать, боец из Ингушетии, Россия, Магомед второго боя. Боец в синем углу. Ему 24 года. Рост 1 метр 80 сантиметров. Вес 65 килограмм 200 грамм. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Из солнечной Ферганы, Узбекистан, Шахсон Эргашев. Боец в красном углу, ему 27 лет, рост 1 метр 73 сантиметра, вес 64 килограмм 500 грамм. Это его профессиональный дебют на профринге. Из Ингушетии, Россия, Магомед Андаганов. Внимательно слушаем мои команды, по затылку не бьем, ниже пояса не бьем. Все понятно. Пожмите руки. Удачи. Yeah.
Стоп! Стоп! Вот! Вверх, ну, вверх, скажи. Да? Друзья, где ваши эмоции? Поддержим наших бойцов, поддержим! В ринг приглашается президент Федерации профессионального бокса Ингушетии Хусейн Бузуртанов и почетный президент Федерации бокса Краснодарского края Владимир Макаров. Итак, бой был остановлен на 2 минуте 51 секунде первого раунда. И в этом бою нокаутом победу одержал боец из Узбекистана Шахинжон Эльдашев!